По сообщениям сирийских оппозиционеров, грузовики с войсковыми подкреплениями направились сегодня утром к городу Джисе-Шугур на северо-западе страны. С минувшей субботы здесь не прекращаются ожесточенные столкновения. Государственное телевидение заявило, что армии здесь противостоят вооруженные боевики, повинные в гибели 120 сотрудников силовых ведомств Сирии, по данным того же источника. Представители же сирийской оппозиции утверждают, что военные были убиты своими же сослуживцами за отказ стрелять по мирным жителям. На фоне накаляющейся обстановки растет число сирийцев, пытающихся спастись в соседних странах. По данным турецких дипломатических источников, по меньшей мере 40 сирийцев проникли на территорию Турции лишь за минувшие выходные. Один из них скончался от ранений, полученных еще в Сирии.